Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Популярная телеведущая и журналистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в бикини, на которой виден ее абсолютно плоский живот. Сейчас теледива со своим супругом Константином Богомоловым проводит время на фестивале «Кинотавр». Звездная пара вместе посещает кинопремьеры и светские мероприятия, организованные в рамках фестиваля. В Сочи Ксения Анатольевна взяла с собой также и сына Платона от брака с Максимом Виторганом. Мальчик вместе с няней отдыхает на пляже и в роскошном отеле, пока мама отсутствует. Однако недавно Ксения Собчак вместе с наследником посетила пляж. Светская львица позагорала и поделилась с фолловерами своей фотографией в купальнике. На снимке видно, что знаменитость не находится в ожидании второго ребенка, как писали ранее СМИ. 38-летняя телеведущая удивила поклонников совершенно плоским животом на фоне сплетен о скором прибавлении в ее семье. Именно на кинотавре Собчак и Богомолов отметили свою первую годовщину свадьбы. Режиссер и журналистка публично признались в своих чувствах друг к другу.